одна из целей сегодняшнего съезда – это обновление партии. Вот на ваш взгляд, есть ли в «Единой России» недостатки и куда должна двигаться партия на пути ее обновления? У любой политической партии есть и убежденные, убедительные победы, есть, конечно, поражения и недостатки. Вот о тех недостатках, которые привели к тому, что в ряде регионов Российской Федерации представители политической партии «Единой России» не смогли победить на выборах губернаторских. Делать надо выводы. Из каждых этих ошибок, неиспользованных возможностей, надо уметь находить свои ошибки, открыто о них говорить и принимать меры. Как раз эту задачу сегодня перед нами на встрече с секретарями поставил руководитель администрации, первый зам руководителя администрации Кириенко Сергей Владимирович. Мне кажется, есть общие сложности, которые касаются всех одинаково, связанные с внешним фактором, давление на экономику страны, санкции, волатильность рубля к доллару, цены на нефть для нефтедобывающих сырьевых регионов. Но есть и свои уникальные формы работы в каждом регионе. Мне кажется, что дискуссии развернутся сейчас на круглых столах, на которые мы пойдем. И там после этого я еще раз вам что-нибудь скажу.